Буйство живой природы в самом неожиданном месте. Большая семья пчел, несколько сот насекомых выбрали в качестве дома территорию доменного цеха комбината «Запорожсталь». Прогонять, а уж тем более уничтожать незваных гостей металлурги не стали. Позвали на помощь инженера отдела кадров Владимира Козлова, по совместительству пасечника-аматора. Владимир с помощью самых простых инструментов переселил пчелиную семью в картонный ящик. Ни люди, ни насекомые в процессе не пострадали. Мы видим, что они спокойно сидят, все слетаются, значит, матка здесь. Процентов 99 они сюда слетятся, вот в нашу районю такую вот примитивную. Сейчас вот крышечка это сделана, у нас сейчас закроем крышечку. Дышать они будут вот через эти отверстия, которые сделаны здесь вот в нашей районе. Вот. И мы повезем на пасеку, пересадим их в хороший улей, поставим им рамки, вот, подкормим их, чтобы они у нас голодными не были. И они начнут сами носить нам мед потом уже.